Всем привет! Сегодня я буду готовить гороховое пюре. Для этого мне нужен горох, 1 стакан. Я его замочила на ночь, он хорошенько разбух. Заправку я буду делать из морковки. Мне нужно также 2 небольших луковички и растительное масло, а также соль. Горох я пересыпала в кастрюлю большим объемом. Теперь я подсаливаю и начинаю варить. Когда на поверхности образуется пена, я ее сниму и буду продолжать варку. Пока варится горох, подготовим зажарку. Для этого морковку натрем на терочку. Нарезаем лучок. Хочу добавить, что воды нужно налить, чтобы горох был покрыт хотя бы на палец. Варить нужно на медленном огне и помешивать, чтобы у нас не пригорело. Горох варится очень быстро, этим временем делаем зажарку. Наливаем 3-4 столовые ложки растительного масла, разогреваем их и пересыпаем овощи. Нужно все тщательно перемешивать, следить, чтобы не пригорела зажарка. Лучок и морковка у нас уже позолотились. Выключаем и ждем теперь, пока сварится горох. Водичка уже почти выкипела, но горох еще не сварился. Поэтому я добавляю еще водички. Перемешиваю и буду варить дальше. Горох нужно пробовать. Горох стал мягким и хорошо разварился. Пора готовить пюре. Пересыпаем горох, обжаренные овощи. Разминаем все хорошенько толкушкой и в конце добавим кусочек сливочного масла. Нужно также попробовать на соль. Если недостаточно, то нужно подсолить. И такого кусочка будет достаточно. Там 20 грамм на 2 порции. В конце немножко досаливаем. Кому понравился рецепт, готовьте вместе со мной. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь на мой канал. Приятного всем аппетита! До встречи на новом видео!